4 декабря – день рождения российской информатики. Ровно 70 лет назад наши ученые представили первый прототип отечественного компьютера – цифровую электронную вычислительную машину. По этому случаю по всей стране проходит акция «Урок цифры». Дети посещают профпробы, экскурсии и общаются с представителями цифровой элиты. Вот, например, учащиеся школ номер 10, 146 и гимназии 17 знакомятся с работой крупной IT-компании «Форсайт». Здесь разрабатывают платформы для аналитики данных. А в это время на базе лицея номер 1 занятия проводит Яндекс. Конечно, интересно. Мне интересно, в принципе, все вот это вот компьютерные все технологии. Для этих ребят одного урока цифры недостаточно. Они посещают Яндекс-лицей. В течение 2 лет школьники изучают программирование. Что такое Паскаль, многие из них не слышали. Ученики 8-9 классов на уроках информатики это еще не проходили. Зато наши герои знают Питон, язык, который с успехом применяется и в YouTube, и в НАСА, и в Яндексе тоже. К концу обучения Яндекс-лицеисты должны разработать собственные проекты. Понятно, их ждет что-то новое, они никогда до этого не программировали, и им кажется, что это какая-то терра-инкогнита, которая их пугает. И очень интересно наблюдать, как в процессе, особенно когда начинает получаться, а Яндекс предлагает интересные условия задач, креативные, с юмором, интересно наблюдать, как у них загораются глаза. Урок цифры поддержали и другие ведущие компании. 1С, лаборатория Касперского, Кодвордс, Mail.ru Group и не только. Всего участниками акции стали более 20 тысяч российских школьников. Анастасия Петухова, Иван Худяков, Константин Старков. Телекомпания «Ветта».